Жильцы старого общежития в поселке Талаги, признанного аварийным, переселились в новый дом. 6 квартир построены всего за 4 месяца. О преимуществах каркасно-панельного строительства и просто о долгожданном новоселье Артур Ромих. Сергей Николаевич, поздравляем вас. Удачи вам. Благополучие, тепла и уюта в вашей семье и в вашей квартире. Этого момента Сергей ждал 20 лет. Новый дом на 6 квартир построен всего за 4 месяца по технологии каркасно-панельного строительства. Сейчас они пользуются большим спросом, в том числе из-за низкой цены. Квадратный метр в этом доме всего 32 тысячи рублей. Наши скандинавские соседи живут в таких домах и, собственно говоря, считают их достойными и качественными. Вот. Самое главное, как его построить. В новых квартирах есть все самое необходимое для жизни. Горячая вода, электричество, отопление и даже электрическая плита. Все материалы произведены фирмой, которая находится на территории Приморского района. Это позволило сократить затраты на строительство. Всем спасибо правительству, администрации, и областной, и Владимиру Владимировичу Путину, что под такую программу это самое сделал, что у нас что-то делается в стране для людей. Это новоселье не последнее. Всего на территории муниципального образования Талашское должны быть расселены 28 квартир. Сейчас для их жильцов строится еще один дом. Граждан, которые проживают в аварийном жилье, признанным таковым до 1 января 2012 года, необходимо переселить до 1 сентября 2017 года. Старое общежитие, откуда переселили жильцов, признано аварийным еще 20 лет назад. Из этого дома по адресу поселок Талаги, дом 19, переселили людей в новый дом. Чтобы понять, откуда люди выехали, стоит просто сюда зайти. Стены в ужасном состоянии, потолок прогнил, чего стоит один только туалет. Сколько лет этому дому, сейчас, наверное, никто и не скажет. Но это случилось. Жильцы этих 4 квартир переселились в новое жилье. Однако в этом доме еще остались нерасселенные помещения. Но скоро и их жильцы дождутся своей очереди. Артур Ромих, Виктор Коноплев, Новости 24, Архангельск.